Итогиня кандикарячий рейга вери бендени тяга тахаритин карагот. Бүгүн хамсават бай дол же ота тылахытын ремюнин тухнан кепсетекпит. Жеханаты тэхэнэ ремюнгэ тэхэнэ барыбын аны жокуска голоран хайдах Краснодар коракка же атылахар бын тухнан. Бигиннин бирге болон ватсап номер биткер и тыларгытын ханаларгытын ыталорун. Агыс 9-14-279-4-6-6. Студиямин магнайгы ғылжыппынын ырдым Клара Үчугаева, хамсават бай дол эксперт өтекіннен Клара. Клара бихеха жа же от хыната корап бұтыгар төхе болары бұха қолуан ону же кәпсәрі бихеха кәлін оларар ұйтылар гытын ұйталар оқылып тәп. Өтекіннен күнді көрәчілер. Таблин тәр боллаққа же хыната мұхағырада бұл екі хыл егер. Бәттен отық бір ғанырлы өрет алыста е. Ал көтті өттін білген ғана тұтылы тұрыр жияға, жия ғанырта 1 квадратный метрді сүйіс үлбе 5 тұхын шағылы тейер. Онтын бәлем жияға, жия квадратный метрді сүйіс онтан, сүйіс 35 қырлы, сүйіс 4 ғанырлы, жарай онтын қалбаңдыр. Ал көтті өттін мен ұшастық бұт сүрді біт ғанылыра үлден деме тағысты, сүйір ұшастығы мен. Сирбит лох выбора гаях полон, там был барто турган бате ты габара тора, кун бы не ангел был бичахек, да не восточный патека, там был улякирия тен, вижу местната на гарата. А тут блин, где был чахек кен бенг деттинг, где когда жилер орду кати габаллари, где вторичный ду, а бетер ханга жилер ду хадас. Ханга жия тут улла тора жия выбор лох агаях. Хуахкаринге. А ты гана жилищный комплекс Тахастана, другим байту барты бидан халар, хороха юллар спейдан баттардан хэ. Антон вторичный рынок, начала так не е, где бюджеты кэмми, тоха дейтер были выбор ми аян халла, атлан маранар халабра жаннар урут паллана, хана жиага угаллары жоллага ди, хумаларын, антон билеген атлан маран халабра лохан квартиралар болохтарына выбор хоох, или бар болан ханата наха ырхан, олихин хорохтор атылары нен дәлбет охтаттулар, олихин билген вторичный рынокка же атыга тағыстағына әмей түрген байтып барар удамыр ханаға шу же тағыстағына. Ата те первоначальный взноға хоқ же билген ылық бүн әтті? Первоначальный взноға суық ден өйде біл ипотекаға хоқ. Эн холобора билигин тутатына харазы берер хатчын хоқ баллағана, эге материнский капитал тутту хотын хөрп. Кене холобора бастығы төлі бүрге кирсер, ол күрдік федеральный да бар, республиканский да материнский капитал бар де, оны өдер олар, холобора или тоопсы материнский капитал лажынлар, бастығы төлі бүргуду оңғыстонлар, же лохтарын сөп. А так, без первоначально взноса дейін өйдебіл хоқ. Хем бир, әбіхәт, банк, иддебілінен, же ипотекан ылым барар ки бастыгы төлөбүрө илитигер бар болуктах. Төхө болар өнү хамы кытчаабыта кололура? Хамы кытчаабыта первоначальный взнос бырыгына уонтан хагаланар. Ол кудду кололура аны уонтан 15 кырлы программалар арас арастар баалар. Ол кудду кололура он бір қолбыр ән 4 миллионына және атылғар болуқына илігер жөзсігін бар болуқтақ. Бар болуқтақ, де? Аға. Ота білген де, дәлдім астошына ипотекада тұғынан кәпсәтін өсі қайда программалар балыр еті өйе бүл, бағар әдер ғылдарға болуын, пенсионердарға да болуын, тұқ программалар балыр? Білген, опсайынан дәлдім астошына ипотекаға бір ғымыт түйен тұрар, нұғылай бір болы де. Оның тағанан готовый жилье для молодых семей денеме бар, бұл маңына бәлем жияға, уже вторичный рынокқа ағыс сылы беттен ғаланыр хәб бір ғылына, оңына әдер ғылары лақтарын сөп, оңына обычный сағаттан тұтылға хоқ жонлар, бәлем жияне ағыс сылы бестен ғаланыр бір ғылына, оңына мел ғақтарын хәб. Оның тағанан білеген застройщиктар акция білдерділер, оңына сағаттан тұтылға хоқ, и ханга жене атлахықтың бағарар болуқытына бастығы хылғыты, но холы бір бірғын аскет кәтіп әңгет, оның программа мәкесін атлахықтың хөп. Вот, оның достройщиктар, списықтар бағанларға бар, оның көрімі холыбыра Якутспромстройды, кинг 95-ті, оларғы холыбыра белірі акциялақтар, оның тиені көрімі өт, сағаттан тұтылға хоқ скетка, білін акционный предложениялар рынаққа бар.
Бар, Эти урод ипотекалах полагана, их доход кут он не петир болана, и кисень ипотекалых нет, холвра барта доход не разутлутах. А так эти дальневосточные ипотека я бидере бериллер, тут нун данный кистянин тут вакка. Ага. Сеп, по ми крачут, тен и ты кирбит, а гардас ус олах ира ханнык программа не хубелинге, ты хам хам орто материнский капиталым бар. А то есть не готовое жилье, блин, еще бывает заявка берется, разбираемые баллы, он на высоте берет материнский капитал, он кордорер, это тен пенсионный фонд, он тебе умахал бы тен справка налор, он на банке тен эти готовые жилье, кирсион сеп, олеветер, к ней эдерил была на молодая семья, один программа на туханалон сеп, он на агасал битен халанер. Вот банком была на кине тухтук талансе. Холбра блин, жанна характер, ханда карта, ханна слаларын көрелер ди. Холбра Сбербанкалар была на Сбербанка обращайся гнар. Вот и бугалар была на, вот и была на дисконтар да бейде. Холбра зарплатный клиент была на, эби скидка көрелер. Эби жепчтидер да болон жепчтидер да. Ага. Бу дальневосточный ипотека бегает первоначальный надо додиный пытер. Дальневосточная ипотека бегает первоначальный надо. Дальневосточная ипотека первоначальный да, хами кирселлер, брыгана он без сен халанар. Но эпидем буду котон хохпалана, о, да, потом материнский капитал. Капитал на хэпте. Ага. Жатай тунан жатай гаджи гуната хайдаган кепсих хэпте. Кепсих на таланар да. Таланар. Жатай урод холовра жатайга джон мене джейнл бэйте хэп. Антон бу билин сына гэры оттанала, эльбэх пай гэллар, жатайга джейлалар, сирилалар. Жатай ещё и бай район бэйте ме. Кварттан, тон нэха тэйчу кудыгман оларан кирэн бардахана нэхан тэйчу да хох. Джей хэна тон нолох ырхана хох, тэпчике. Ещё и бай би хостахтару, инанны еще бай ханага кихи илыган сэ. Холобра бы хакалан тэхэнэ, но джакускайтэн чапчики да? Олах чапчики. Джакускайга холобра блин бир хостах кыпыдыны лэн көрэм да, 4 миллион тидеди. Жатайга чоны эн кыпыдыны 2 миллион ага сүйскэ лэхэн хэп, 2 аргэ да лэхэн хэп. Вот, онны кудду. Ага. А что на эти, а если корот та ганага тебе хулектерге, буда на ну чепчики баллада, гена, эби терти жатер. Жатер его бата. Ты чеп, ты чепчики жатер баллера. И тебе барта сантерга во блин сантеротими, гена тебе рата ден. А так ты чеп осоруен лаханна хин
ипотека Илых пун хеп то деп, то документ надо не на деп, короче. Это ипотека ларга, для того, когда ламбаран, когда то ляр, то дюгена рахам бай улара было, да? Ага, это пенсия лах было. А то, дюгенян ипотека на улара было, хоть то имбир, или хеп по ланде, или хеп по так, и бидо хоть так было так, то на пенсия лах было, пенсия, не мёк, дырам бира. А то на документы гм потом хами, ну лохан льгот сепчихи ян хуа. А то бо ноль хлей бир бергенна ипотека га, ханга джиа биреллер до эветер вторичка нере лохан хеп то. Но хлей бир бергенна ипотека га ханга раджини лохан сеп. Ага. Тутулла турар. Тутулла турар ол эветер. Джеду тухан хеп олхун мага. Дальневосточный гектар, даже на Сахатан Сулугогами, о программа Кисельдер, он на сельской местности, анти древнелерами, эти программы Антуханан, но голови Брыгана, делал их трансеп. А то, собственно, Бхахолан, ты доход так был, так и гибу ипотека на Сатан Тулюркана? Бедный доход, тон ипотека, тон сумма-то примерно... Бедный доход, обсехам на это, бедный доход, хотя бы бьем брыгана халахта. А то Джейк Эрген дохота была на мену бьем брыгана ден агаллар, да? Хотя бьем хим бихобра оголада и кеола семья ди. Ипотека тен тулядағаны бьедегер дохотуттан бьем им брыгана халахана кей комфортно олар рушелдік. Олан нук аган хоттан берем да была? Он хотта ватта мен бьем бетни кетевін. Ата баннар кенде бьедері формалахтар, онан бьедері хоттулар халабра. Бартна ночью оттуда королер была, и прожиточный минимум, и ты хебе живи не сбары, и ты хебе дахки хесмия, бир смия, бир, бир, агалара люльдуй, или кент энгел люльдуй, оно бартна ночью оттуда на королер хеми бередер была, и вот. А так, холовра индивидуально, а антон холовра, дигинян, то люльго удобное, холовра, ангара халахтах тиханы вандохоттан, антон. Он халлана холвра аскар, танаскар, он там на путешествии люк людей варгар, комфортно холвра гар, еще и вар было. А то лохан гарм варт не подека верем варган, да я то тахабат на ирхам бай володи. Хатан доллар бакун да. Ага. Бо сибир джай ты бага киренерер Клара еха. А то он без астах пенсионер хасл гати хни ипотека лен хуби хас брген на пенсиям хурбет хинчади. А то он без астах кине максимально вон хуга ипотека лен сеп. Дохода тебе дохинча волунди, он кине холовра вижер ктага воловар. Холовра ди он тукотун кине киллерем берен хеп или бейте ты хай салах полон хеп холовра ди ютутарар этутарар. Он им бартен киллер эби доход куду кордурен доходун латнаран кине ипотека ажо кисер. Уан халлах када? Кине хеттон бес сасрырлы берелер ди. То есть кине алтон бес сах полон, хеттон бес сан алтон бес кортахнан уан халлад ди. Ачалды кине лэнсэп. Эхеги, Кларага, Бетигер, Инстаграм, Хирегер, Булангат, Берехатин, Хеппула, Кундикора, Чилер, Блин, Клара, Эн, Багаханан, Гуджи, Атлахар, Кмут, Атлахар, Багалах, Джон Норго, Бихикора, Чилер, Бетигер. Ты, короче, Бетигер, Багары, Мете, Багахана, Атулун, Иди, Атлахар, Балахатна, Багалста, еще Батахами, Хевлян, Баджиатин, Талан, Ларкатер, Багары, Мете, Эрюхиха. Талбы джиад атыга бар болуын, джиад әрі ғылас болуын, оныттон бару жолу, соргуну бағары мәті. Наха чөтті қаз бірді кейтін алға джелеақ, сылас джелеақ болуқтақ болуға де? Анып болуға. Мақтал иха клара үлігар тахарылақ болары бағара бұд. Аха, біғеге бері бітін халгы бұд, біғінен бірге болуын.
Джебетин албупыкенне аны өссе бир улахан үле өрөмен үлете болар. Джаманна самый әлбәх күз оқ үп харчынады болон. Хөп өрөмені тоқтан хағалыйбын, ханнық үләхеттері наймылағабын, тоқ ханнық материал нады болары түхі үптәғ болуқтақ бұны. Өрөменің пүгінші-пүгін бейхі кәпсеға архитектор-дизайнер Иделәк үгіз джейз бараның оңыран тахарбыт июле шергін өте күннен июле. Ага, бу экранга көрөбүт энүлөлөргин ровно арас интерегине же дизайннак квартиралар баалар эбит. Билгин холбура тренд иген стиль иген хамый модный ток болары билгин. Чем проще, тем лучше. Вот атын гет сахлайтака төнөн бурустуй хочунун чугайди. Мен уже мен билгин ник туу тутугар бола ден болонур эбин. Тоже терген минимализм инде билгин актуальный балакта. Ага. Ухтепкави, обсенен, какие дети роллорные стягнаи, это блинги, эти мнях бремя, бремя тибет, улин диан другим хвостухом ее кунада, бремя улахан барава кадин темага, улин блинги уже тух, это минимализм, это кайхатибен. А то тебе пипи курду кенже, угус джия из барана норан тахар бетинг, оно, рыбьемин халы индинету губилих тяхтин. А то им бир тух барда проект нагандар, то есть лигерен проект ахлохтах. Ол проектен билигин ики ту карары кысып. Тун ситете хоқпынна болный проектен. О ата боллағына хитете хоқчен главный инженерный өтті бар болынна да. То есть былан проект перепланировки, то есть вариант планировок тенадырар. Он тенге электриката, инженерия таки сердин. То есть он ну канан, он ну проекта полахана электриката или лекан сёп. Волга намаран, ол проект чисто ту хорхептах. Лахан дизайн хох, квартира ngорстор волахана ондап хорхептах. Он тон, таки не ханата, кенеш, волга намаран кене ханата чапчики болар болади. Он тон, если, он тон, эхеги именно дизайны барабын, баратын уйынабын дер болдақынан уже полный проект ерденелер. Ото те білейін, күджік әнеппетін күрдік, экономиялы да хатан болу өгістер. Че дизайнын бәем оңыруын, бәем толпы, дом дейділер. Эти түхі тоғаста ой қолы бір, ол кәнеттен етінне, түмі хана бартик, розетка тұр тие, бүгін-чын-бүгін бартын толпы дұқ ханады, да? Аннуға. Бартын бәйдерің орбы жыннар кенеке әлбәк бағайыны, әлбәк бағайы туып, проблеманы көрсөлдер. Уларды эмбегекелер иханада болады. Уларды эмбегекелер иханада. Ага. Олеген хатыр не полный проект хакастыр ордук. Онны көбелегенде? Онны көбелегенде. Ага. Оттын туқ үлеттері наймылайық бұннада наймана біле хорықтар бригаданын разу тута кәлелерді. Хорық бұла бір кеже барытын оңырабын дейр. Хоғытық кеге кәлен тұрар, онна же барытын хатыйбын дейр. Оны қайда хордығы яны? Отты бұ лебірін тұқары Обсыны ману тен этих маравын. Кейттен бәттен, қағайынтын бәттен тұтылықтақ. Кені беремелақ, білер көрер, бардығыр хенгістіген нақ болдағаны кені бәйті жайын сөп. Олата бір штука турмалары наймылығар, онына тоқ бар бұлын бардың бәйті жайыр. Онды көмегіні қысып, әрі-әрі. Эти инженерия өттігер олы бұрады. Білдер жандарын үңгіран бүре-беркәтін көрінсіп бұлады. Сүйхеп оңыр бұтту, сүйеп оңыр бұтту ден. Олаты сантехника, электрика, слаботочка өттін олы бұра консультацияның сүйеп. Онтан ол бірілігет оңырын бірінсіп бұлады олы бұра. Че ол біремелақ кейі. Біремелақ өпті қачылақ кейінді қайыр. Онтан, если қақсыр бұлдақына беремен суық бұлдағына ұлыққан фирмаларға бірігәдіне наймылас бұтардық болар. Бірігәдіне наймылас бұтардық болар. Бұл үйтілер жәк үйренерілер, мен маз жебін оңыз тоқпын бағарабын, иғін тағын мұста. Бұл мұста нығар тоқ материал барын хөбі, жем істенесін түгінен апшып қалықпын хөбі, түхі сумма барай алта қостақ маз же. Маз же, ұпсайынан сылынайы тұмнияны ер. Тоғы етірген маған қақ орын қатан түхен дұғынылардыр, конструкциятынылардыр сеп. Оны мұстатын әбәт, олық әдіргілі ұғынан әбәттер ұғынан барар теплый палы тұғынар ұрдық. Дәр, әтін, тұқтық, теплый палы ден имейтсі,
Слаз был один. Карамост один, он рон дихол, утепление, угорен, базалит тут таран. Он так и не имбит там не было. Даже то таз дира дан на пола, читам не было. Чулин, бастакитеские теплые полы, я бы хотел, хай ханада, заложенные ханада. День хибеливин. Он тон обшивканы. И ки усил был бутынки не бить, дон урордук, дегр ты бесетин был бутын тус бутынки не. Того дейтерген на улыханы камсыр. Бесыл хегер, мас де 10 сантиметр түйен сөп аллара. Тус бяғат уже белерге пулы, кабель каналдарды бутынки не токур бутын ең көрелер бұтты де. Он нүккүлдік 5 сыл тухары, даже 10 сыл тухары түйен сөп мас де. Уларытар. Олеген, чек колора 3-4 сыл кенеттен апшыркалыйқа сөп. Гынан баран, он на были каркасный конструкцию туханарга, тугу хай шарнирные тугу туханы ханада бегает конструкция, ну то эти строители рону бедельдер. Что то хочу чахагар. Эрмин не нерген нахпуне ты хэху малах плох тахпуне ливер. Эрмин не нехин, у лата дизайнерской эбетер борсту эрмин не нехин деньги рахсар сеп. Борсту его была она примерно вон там убитый инчику до квадратный метрага барыха сеп. Материал гре. Проектор тут мәхтен алты мәхәтлы бары концеп. Онтан үләһиттәргәр үсәңәр мәле үсәңәр тыгын чаттан 5-нче чатлы бары концеп. Олаты 1 квадратка касоковой бараты бу дин. Инде гөрше тоқ концеп кала бара. Просто үрмәңгә 10 тыгын чаттан 12 тыгын чага дире бары концеп. Материалы гар. Онтан дизайнерской уже туы туганар боллакка на фантазиян тоқ хатиеринен дә төһәне уйнарганан боллага да. Ондык. Ага. А то, блин, офсене, румен, чахалы, мне не энтугу хубелигене, чабы мне румен не нерекандым. Че угыз кихи, нага бахарсы вата болу. Ага. Тустах, блин, уэрэхтэг, эгин джонатан нахал бэх бол бадах бэд. А на румен не нерекандым, че тухта нахалы мне бастата. Тулуру, джулуру, бахарабын. Давай етерген, тух барты болын сөп. Ремонт кемегер. Ага. Он не обиден, это проект ахулохан надо. Он проект ахулох велир нарык проблемная деха. Он на билер джонгунан через влеттер булар нарбук. То есть уже хаявы белерин көрдер бит бригаден гытта бул сорордук. Он тон хантан рибилерине нем буллахан тон харбахтар даос булач. Отсюда блин, жанр угусте даганы блин истерби поло аванс ламберен улехиттер худан калаллар гиндиллер, антон блин бейвин хайда карстаны кунхубиане, эн блин урсалурлеле таганди бен бригаделе кинигинде, договор гинет тутгар хайда турсал. Тэ бейхед договор гасик нада, кастаны телефон номерен лиха нада, жанун кая жанун кетлорорун кетта даже телефонорун, каннлорорун даже адрин билиха нада, вонна, хим бир Тухчека себе, ки он тонкий, он хайдах тана хайват. Меня ну каста дан тебе антур дахпан, или это он был бы бригадем, он сюда сюда ходил тра. Так я хуну это он или вин не про номера мон ханга ну булар буллам же. Блин, эти это то хаос. Тухта день дарка я мсо. Тут договор тюсян, телефон рылган, каналор улар билеган. Покорячу, это и под кафель плита, и рудин линолеум, только тех кафель. Линолеум, кине, тох, тех кафель, урулонный материал был на связи, тох, парман, кири, так, девика, для форму полов, бартон, ленарсеп, олигин, тех кафель, ренан, ол кафель, гену, театр, стяжка, леханада, кене, болар, кудукун. Эти кафель, форма, там, бартон, лера. А что, тот, он, ну, габарат, такой, что, хаджар, болар, болар, да, ол, линолеум, и ты, хеда, халин, линолеум, лахран, для хорохта, халин, бабалар. И мирлар. Симбирлар, он на джолюллер, хайр, челопсенен. Идеально, и тух полон надо. Поверхность. Ага. Хэп. Эсэ, ремонт чагар, эсэ тугу билек птэх пыни? Ремонт чагар, он на тухтар баллар. Че холоры бэн алыстын ди. Че бэн бэм хайибын, че бир улэхет болуын, че хагалан, хагалы кытын надо дем болар. Он на джахеге бастатын туран демонтаж ұрауына. То есть или где проект ахат, демонтаж болар тюганигер, эги, ол мусор гатын бәйәгіт тахат. То есть
Аллара отецка тюхри Канада, и битин массына хакастан тейтери Канада. А, кюджетте? Ну, кимдан учеттават, билбет, он ол лэхтер хорогор качылачылар онна. То есть, эге агавари, догоргатыр, гаварийгин матах боллаханан, тюгутугун, ху, бияха оплачивайте дин турухтара. Ол хиник подводнай тух пёгаты бар болатча. Онтон сэби тухтин бар болатча. Застройщик сана дейтегер батареялары, например, качественный хоғдырор арсе. Туху, ону улардыққа сөп наадалақ дегенебін. Батареялары барыдын улардыққа наадалақ дегенебін. Олами расход. Расходқа сөп кейсер подоконники. Аме застройщик аме просто хоғдырор арчы, онто подоконник аме уже барыды элей бидим болатчы. Үсі хоруғар ардыгар сөп түндіктер улардағын бар болатчы. Ме оны бардың бірегілен барын көрін сметаған тұрғықтын нады. Олады хакасыларғар ән баратын кәләңін үмпігін чүпігін ол джиені көріққын нады, де түннігін, ол батарея тақайтығын көрбәккір. Отты бұл көрәкшілер ғейталар, бұл анығы олық тәтімінен батсабына неген дизайның орын беріққін төпті оден. Өчінді көрбәккір әт абыл баппалығады? Құқпағылығы. Расстановка мебели, марта тут луктах дизайна, например. Бахар буки яхат дизайн лохта надо того плоди. Улуска так сачу гэнду? О, так сам бяла влади. Ага, ангар так хана так. Бу корячу бит и под улус колорар болох понети ватсабы на бесту. Ото дистанционно хаячу к нам баран гэмбит видео свяй на бэхэд крестячу бит. Крести ханада гэмбит кори хирин харан кайда ханарарын кори ханада. Хэп. Чай мақтал Юлия бу... Баға хана баға кейбіт, күджік дизайнер нада, дилер, жаннар. Бәлерін дағаны опыттарыттан хұрыяна ағарбыттар білі дизайнері қоққынан барын өссі орды қороскоқ көті бәсті біт дейлері біт. Күнді күнді көрәтшілер әгеме отын үрімеңгітін хағалыр болағаны үйелі қастақ боларын тұғығар әге әрдеттен отын дизайнері архитекторын ұңыранғыт үрімеңгітін хағалыр бұтығар. Бағары әметте оның халғы бейкілгіз рекламаға тоқтан ағықпыт ол кәнттен әге беріне халғы. Вы смотрите передачу ЭГЭ, мы сегодня говорим о недвижимости. И прямо сейчас у нас рубрика «Юридический ликбез» с адвокатом Павлом Стаценко. Добрый день, Павел Иванович. Добрый день. Сегодня мы, напоминаю, говорим о недвижимости. И вот первый вопрос. Можно ли в договоре купли-продажи квартиры закрепить обязанность продавца оплатить задолженность по коммуналке? Да, безусловно, это возможно. Более того, я думаю, что это и нужно делать. А вообще, конечно, формулировка в договоре, если там не написано о том, что покупатель обязуется оплатить денежные средства по долгам продавца, в принципе, у покупателя теоретически не должно возникнуть никаких проблем. Но на практике, конечно, встречаются разные ситуации, и управляющие компании, конечно, пытаются, ну, скажем так, осложнить жизнь новых владельцев. Такой проблемы не возникает, например, если вы берете квартиру через ипотечный кредит, поскольку банки, одно из требований банков, например, да, о том, чтобы предоставить справку об отсутствии задолженности по потенциально приобретаемой квартире. И, в принципе, такой подход является, ну, правильным, потому что банки исходят из минимизации рисков, и этому, конечно, нашим гражданам нужно учиться. Поэтому при приобретении квартиры, безусловно, нужно указывать эту формулировку в договоре купли-продажи. Более того, до приобретения квартиры требуйте справку с управляющей компанией о том, что задолженности нет. Таким образом, вы, ну, максимально избежите любых рисков, связанных с судебными спорами. А это я могу получить сама, да, в управляющей компании, например? Да, не обязательно. Вы имеете право, например, потребовать у продавца. У продавца нет никаких проблем, если он желает продать квартиру, если у него нет задолженности. В чем проблема получить такую справку? Это минутное дело. Понятно, хорошо. А вот с чего нужно начинать приватизацию квартиры? Ну, начинать приватизацию квартиры, конечно, нужно как бы понять, есть ли у вас право на приватизацию квартиры. Дело в том, что приватизация квартиры, она производится на основании либо договора социального найма, либо квартира, получена еще во времена Советского Союза по ордеру.
И нужно обратить внимание на те документы, старые документы, ну, либо новые документы, в зависимости от того, когда была приобретена квартира, получена, вернее, по договору социального найма, наличие права на приватизацию данной квартиры. Приватизации не подлежат аварийные дома, общежития, военные различные, значит, квартиры, служебные помещения. Ну, тут есть определенные исключения, но, как правило, служебные помещения не подлежат приватизации. Если ваша квартира не подпадает под данные требования, если у вас имеется социальный договор социального найма, либо другой документ, удостоверяющий право на проживание в данной квартире, нужно определиться с тем, кто будет, значит, получать приватизацию. Было ли реализовано право на приватизацию до этого, от этого зависит, можно ли подавать соответствующее заявление. Если, например, в квартире прописаны несовершеннолетние дети, они имеют право также на получение определенного, значит, права на приватизацию. Соответственно, вам уже необходимо документы с органов опеки и попечительства. Ну и, конечно же, собирать различного рода документы. Документы, порядок приватизации определяет орган местного самоуправления. Если мы говорим по городу Якутску, это департамент жилищных отношений города Якутска. Если речь идет о других каких-то, значит, районах наших республики, то, ну, соответственно, нужно обращаться по месту нахождения вашего муниципального органа. Там они предоставят полный список документов, и необходимо соответствующий список собрать, подготовить эти документы и подать заявление. А вот что такое кадастровый паспорт и для чего он нужен? Кадастровый паспорт – это документ, который содержит основные характеристики объекта недвижимости. Он содержит местонахождение, полную характеристику объектов недвижимости. Этот документ получается Федеральной службы государственной кадастра и картографии, либо его можно получить через, наверное, удобнее получить через органы МФЦ. Сейчас они называются «Мои документы». Для этого необходимо подать соответствующее заявление, прикрепить определенные документы, правоустанавливающие документы на квартиру. Кадастровый паспорт может понадобиться при заключении договора купли-продажи, при оформлении прав, каких-то либо сделок с недвижимостью. Он необходим именно для того, чтобы он входит в список документов, которые подаются вместе с заявлением, например, о продаже. Но чаще всего сейчас век цифровых технологий, даже сам кадастровый паспорт, он носит электронный характер, значит, и даже органы МФЦ, вернее, регистрационные, значит, органы и органы МФЦ, они обладают всей базой и, как правило, даже и не затребуют в письменном виде этот документ. Он у них есть в электронном, но он должен быть оформлен. Он не должен, значит, иметь, значит, истекший срок действия. Вот таким образом. В принципе, этот документ получить достаточно просто. А вот вопросы наследства всегда вызывают очень много вопросов. И как правильно оформить наследство на квартиру, чтобы никого там не обидеть? Ну, наследство, надо сказать, что наследство, наследственные вещи, они вообще, в принципе, и квартира, и другое имущество, они определяются одинаково. Надо, во-первых, понять, кто обладает правом наследства. Есть ли завещание, либо завещания нет. Если есть завещание, то наследуют те лица, которые указаны в завещании. Если завещания нет, то имеются различные очереди. Как правило, мы говорим о первой очереди, это пережившие супруги, родители, дети. Они все наследуют в равной доле. То есть подается заявление к нотариусу, подаются соответствующие документы. Нотариус, собственно говоря, оформляет все технической частью, юридической частью, самостоятельно все это производит. Наследство, оно может, какие вопросы возникать? Например, если один из супругов умирает. Вот, например, такой пример. И у супругов была квартира в общей совместной собственности. В таком случае у супруга появляется право на наследование второй половины, то есть квартира изначально была поделена на две доли, у одного супруга эта доля остается. То есть наследованию подлежит только половина квартиры. Та половина квартиры, которая принадлежала умершему супругу или супруге. И вот на именно эту половину, как бы, производится расчет на наследников. И надо понимать, что
Переживший супруг также обладает правом получить долю на наследство именно вот второй половины. Угу. Второй половины. Поэтому получается, что вот эта вторая половина доля, она будет разделена и дополнительно к супругу, и среди остальных наследников. Угу. Ну а так все в основном производится через нотариуса. То есть все вопросы по наследованию, значит, решаются через нотариуса. В случае только каких-то либо споров, то, конечно, необходимо уже обращаться в суд. А так, в принципе, все производится угу. нотариусом. А можно ли продать квартиру с обременением, вот, например, с ипотекой, либо приобретенную с использованием материнского капитала? Да, это возможно, но есть определенные достаточно серьезные ограничения. Ну, например, продать квартиру с ипотекой возможно только при согласии банка и на условиях, по которым продиктует банк, по выплате кредита и так далее. А по материнскому капиталу, то надо понимать, что есть тоже определенные ограничения, и их очень много. Ну, например, самое очевидное – это то, что при ребенку при выплате материнского капитала необходимо определять долю. И эта доля должна также учитываться при продаже. Соответственно, необходимо согласие органов опеки и попечительства. Кроме того, при продаже, например, квартиры с материнским капиталом, вы должны приобрести какую-то квартиру и также предусмотреть, значит, возможность для ребенка получить определенную долю. То есть ребенок в данной сделке купли-продажи не должен пострадать. Угу. Также я хочу, допустим, уберечь людей. Появляются мысли, иногда бывают такие консультации, которые просят купить у родственников, например, или продать через родственников как-то, вот, знаете, которые являются фактически мнимыми сделками. Это на самом-то деле может повлечь за собой очень серьезные правовые последствия, вплоть до уголовных дел, поэтому таких, конечно, вещей допускать не стоит. А так, теоретически, конечно, возможно заключать договор о купле-продаже, но с определенными условиями и ограничениями. А что нужно знать, сдавая в аренду квартиру? Там, какой должен быть договор? Ну, договор аренды квартиры, значит, договор заключается, тут надо понимать, что договор, заключаемый свыше 12 месяцев, он подлежит государственной регистрации. А менее 12 месяцев, он не подлежит государственной регистрации, может заключаться в простой письменной форме. Ну, во-первых, нужно предусмотреть все то имущество, которое остается в квартире, чтобы не было споров об повреждении данной квартиры. Также нужно описать состояние стен, например, состояние потолков и так далее, состояние сантехники. Почему? Потому что если произойдет какая-то авария, произойдет какие-то поломки и так далее, чтобы между арендодателем и арендатором не было споров. Относительно того, появились ли эти дефекты до заключения договора аренды, либо после. Вот, наверное, вот таким образом. Также очень важно предусмотреть вопросы коммунальных платежей. Кто, на ком лежит обязанность по оплате коммунальных платежей при договоре аренды? Входит ли коммунальные платежи в стоимость аренды, то есть вы выплачиваете аренду арендодателю, а не, значит, стоимость коммунальных расходов оплачивает арендодатель или арендатор. Тоже нужно, очень важный момент, который необходимо предусмотреть, для избежать спора. А государственная регистрация, она в каком органе? Этим государственной регистрацией, вообще сделками с недвижимостью, занимается управление государственной регистрации, кадастра и картографии. Раньше его называли управление Росреестра. Ну, сейчас так, в принципе, как-то называют. Но для нас, для обыкновенных жителей, сейчас ради удобства сделано огромное количество центров «Мои документы», так называемые МФЦ. Очень удобные, значит, офисы, по записи можно произвести все любые сделки с недвижимостью. Угу. Ну, Павел Иванович, спасибо большое за вашу юридическую консультацию. Спасибо в нашем прямом эфире. Ждем вас в следующих наших выпусках. Спасибо. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир сразу после рекламы. К нам присоединится наша землячка из Анапы, которая не так давно туда переехала и помогает своим землякам приобретать квадратные метры в теплых краях. Оставайтесь с нами, отправляйте свои вопросы на наш WhatsApp номер. Далее короткая реклама.
Еще раз добрый день, дорогие телезрители. Вы смотрите передачу ЭГЭ в прямом эфире. У вас есть возможность присоединиться к нашему разговору через WhatsApp-номер, который видите на своих экранах. Сегодня мы говорим о недвижимости. Далее мы перемещаемся в Анапу. Именно туда не так давно переехала наша землячка Наталья Амбросьева. Передает нам пламенный привет и помогает якутянам приобретать квадратные метры в теплых краях. Доброе утро, Наталья, у вас там 7 утра. Доброе утро, дорогие земляки. Да, у нас сейчас 7 утра, раннее утро. Угу. Почему? Но все равно рада с вами пообщаться здесь. Здорово. Почему именно Анапа, Наталья? Ну, так произошло, что мы очень спонтанно решили переехать этим летом, в июне этого года, и выбрали Анапу, потому что, во-первых, здесь у нас живут родители, и здесь прекрасный климат для того, чтобы проживать. Здесь сухой, умеренный климат, и здесь комфортно и зимой, и летом. Летом здесь не так жарко, потому что ветер обдувает с моря, а зимой здесь не так холодно, как, например, бывает иногда в Новороссийске. Преимущество покупки жилья в Анапе, как бы вы описали, и в чем оно? Ну, во-первых, это в первую очередь люди сюда едут все за климатом. Здесь очень много людей, которые переехали из Якутии, из Дальнего Востока. Все едут за климатом, за воздухом, за морским воздухом, чтобы дышать, гулять, наслаждаться прекрасной погодой. Здесь 270 дней солнечных в году, то есть постоянно светит солнце, даже сейчас оно проглядывает, несмотря на то, что сегодня 25 октября. Здесь всегда солнечно и тепло. Здорово. А какие условия сейчас покупки жилья у моря? Абсолютно разные условия. Можно приобретать и в ипотеку, материнский капитал можно использовать военную ипотеку. Есть рассрочки, есть специальные акции от застройщиков. Наших якутян все знают, что якутяне приобретают жилье у моря, поэтому к нам относятся с большим уважением, ждут наших земляков и всегда рады видеть в своих офисах застройщики. А по цене сориентируйте, пожалуйста, потому что, живя здесь, на севере, кажется, что там, на юге, все очень дорого. Вы знаете, у меня тоже такое было заблуждение, да, в прошлом году, например, из-за пандемии, из-за 214-го федерального закона в Краснодарском крае запретили строить высокоэтажки. И поэтому цены очень сильно подскочили. Если в прошлом году можно было купить однокомнатную квартиру за 3 миллиона, то сейчас можно квартиру купить за 5. То есть за буквально небольшой период времени квартиры поднялись в 1,5-2 раза. Но, тем не менее, сейчас один квадратный метр примерно стоит 120 тысяч рублей. Мы помогаем приобрести недвижимость не только в Анапе, но и во всем Краснодарском крае. То есть если у человека есть запрос приобрести жилье в Сочи, в Анапе, в Новороссийске, мы с удовольствием это сделаем для вас. А как это вообще происходит? Вот вы онлайн консультируете или если я захочу, мне надо приехать? Нет, приезжать совершенно не обязательно. Все сделки проводятся дистанционно, благо сейчас современные технологии это позволяют. То есть не выезжая из своего родного города, вы примерно понимаете ваш бюджет, что вы хотите, жить у моря, жить в Краснодаре либо в Новороссийске. Вы делаете запрос, мы подбираем вам ЖК. Вы говорите, вот это и вот это я хочу посмотреть. Мы едем, показываем, видеозвонок делаем и уже там начинаем работать напрямую с вами и с застройщиком. Примерно вот все-таки какие дома там есть? В основном это новостройки, либо это вторичные? Все новостройки. Мы работаем только с новостройками. Новостроек здесь огромное количество, очень много хороших ЖК. В принципе, цены в разных ЖК, они не отличаются, ну, буквально 10-20 тысяч рублей за квадратный метр, но всегда можно найти прекрасную альтернативу. Очень много хороших ЖК, мы работаем только с лучшими ЖК, и поэтому у вас даже голова не будет болеть, потому что всегда мы будем предлагать самый лучший вариант. А чтобы вы это абсолютно наши услуги бесплатны, хотела бы заметить, да, у нас многие люди думают, что если риэлтором вы работаете, вы должны платить риэлтору. Нет, риэлтору вы не платите, это абсолютно бесплатная услуга по подбору жилья.
Угу. Ага. А что бы вы посоветовали? Вот с чего начинать? Как выбрать вот в тот город? Если я вот живя в Якутске, для меня вот что Новороссийск, что Краснодар, что Анапа, ну все примерно одинаково, все на юге, все у моря. На самом деле я могу сказать, то есть если вы хотите проживать именно прям вот очень близко от моря, да, мы рекомендуем, конечно, Анапу. Uh-huh. Во-первых, здесь хорошая инфраструктура, это город-курорт, здесь всегда много людей, здесь uh-huh. можно летом найти хорошую работу, если вы работаете в ресторанной индустрии, если вы работаете в ательером, в отельной сфере, mm-hmm. да. А если вы хотите жить в большом мегаполисе, мы предлагаем, конечно же, Краснодар. То есть вам уже не важно ехать до моря там 3-4 часа, вы хотите жить в мегаполисе, и вы выбираете Краснодар. Здесь шаговая доступность и школы, и детские сады. Также в Новороссийске, тоже Новороссийск большой город, крупный. И там люди, например, тоже выбирают, чтобы постоянно жить, и при этом, чтобы быть в каком-то движении, там очень много работы, много перспектив, много возможностей. А если вы уже хотите спокойненько так жить, жить у моря, наслаждаться ежедневными прогулками у моря, uh-huh. и вам не обязательно, например, вы работаете удаленно так, как я, то вы можете жить и в Анапе. Угу. То есть мы все эти запросы у вас спрашиваем. Если вы хотите инвестировать в жилье, в Анапе, конечно, доходность чуть выше будет, чем в Краснодаре самом. Угу. Так как тут очень большой спрос, очень много людей покупают ЖК, здесь всегда можно выбрать варианты от 5 миллионов и выше. Можно и чуть пониже найти. Далее, то есть все мы индивидуально работаем с нашими клиентами, с покупателями, угу. узнаем их потребности в первую очередь. Здорово, индивидуальный подход – это всегда очень важно и очень подкупает. Скажите, пожалуйста, да, Далее, а как с адаптацией? Вот мы посмотрели ваши семейные фотографии, особенно вот интересует наверняка всех мам, как же, поменяв школу, детский сад, ребенок адаптируется. Как у вас все это произошло? Вы знаете, ребенок адаптируется быстрее, чем родители, я могу ага. сказать. Наша дочка уже ходит в школу. Мы решили в этом году отдать ее в частную школу, хотя мы были сразу же зачислены в общеобразовательную, ага. но мы хотели, чтобы у ребенка был комфорт. И отдали ее в частную школу. Она с удовольствием ходит. Вот скоро мы там уже в школу пойдем отводить ее. В принципе, есть муниципальные садики. То есть, когда вы выбираете ЖК, я всегда спрашиваю, сколько у вас детишек, какого они возраста, планируете ли вы муниципальный сад отдать. Если да, то мы начинаем искать именно тот ЖК, где рядышком муниципальный сад. Uh-huh. где рядышком школа. То есть, а если вы пенсионеры, например, да, и вам не нужно никуда не возить детей, ничего, вы хотите в тишине, спокойствии жить, мы предлагаем совершенно другие варианты. Uh-huh. Но, в принципе, когда у нас еще клиенты любят приезжать во время отпуска, я их с удовольствием вожу по всем нашим ЖК, катаю, выбираем, и они приобретают жилье. Здорово. Очень прямо захотелось даже посмотреть, поездить с вами на экскурсии, побывать. Это очень интересно, это всегда весело, и вы много узнаете в любом случае, и пока вы там, например, чем отличается дистанционный, да, вы уже сами видите, как вам здесь комфортно, некомфортно. В принципе, mm-hmm. мы можем это и дистанционно делать, я абсолютно показываю всю инфраструктуру вокруг. Чем хороши риэлторы от застройщиков, мы не навязываем определенные ЖК. Мы работаем только под вас, то есть под ваши интересы, мы уже понимаем, что вы хотите точно. А если вы работаете напрямую с застройщиком, то застройщик, естественно, будет предлагать только свои варианты, он другие не будет предлагать. Вот в чем гигантский плюс работы с риэлтором, это все-таки мы выявляем в первую очередь ваши потребности и не навязываем вам определенный ЖК. Мы будем искать до того момента, пока вы не найдете, не скажете, все, это мой будущий дом, это моя будущая квартира. Ага. А что бы вы посоветовали? Вот вы, я прямо сейчас вот захотела, вот прямо рекомендуете, с чего мне начать, вот написать вам или начать? В первую очередь написать мне в директ. В первую очередь написать мне в директ, и сразу мы начнем работать с вами. Я узнаю ваш бюджет, и мы начнем работать с вами индивидуально.
То есть узная ваши потребности, может быть, реально вы хотите в отдалении жить, я предложу вам в можжевеловом лесу, в ЖК, там полностью окружен дубовым лесом, можжевеловым лесом, который прекрасно влияет на здоровье, на вашу дыхательную систему, поэтому все зависит только от личных ваших предпочтений. Здорово. Спасибо большое, Наталья, то, что так интересно, прямо так вдохновляюще рассказали о своей профессии, о крае, в котором вы сейчас проживаете. Мы ждем вас еще в наших эфирах будущих и желаем вам удачи. Спасибо большое, хорошего вам дня. И вам хорошего дня. В школу уже собираетесь, да? Убегаете? Да, мы уже в школу идем, да. Все, хорошего, отличного дня. Собираемся завтрака. До свидания. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. И далее я предлагаю посмотреть вам одно интересное видео, которое помогло якутской семье стать владельцами квартиры в Краснодаре. Сразу после видео мы с ними познакомимся. Именно эти видео помогли нашим гостям Наталье и Кириллу Спиридоновым, которые, находясь в Якутске, приобрели квартиру в Краснодаре. Они прямо сейчас в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Наталья, Кирилл. Ну, во-первых, поздравляю вас. Недвижимость – это всегда здорово, это всегда на века. Почему именно Краснодар? Планируете переезд или с какой целью? С целью инвестиций? С какой целью? Мы на данный момент переезд не планируем. Mm-hmm. Да, тема финансов очень популярна в последнее время. И когда мы с мужем думали, как бы нам увеличить свои финансы, как нам увеличить свои возможности, да, и тема недвижимости была одним из очень актуальных. И в последнее время повысились цены на квартиры, и мы выбрали, да, Краснодарский край. Как ты выбирал? Ну, как изучали интернет в основном, проверили, как цену входа, грубо говоря, и рост. Максимально был, по моим данным, субъективно получается, да, в Краснодаре был первый. Поэтому мы решили в Краснодаре, тем более мы там ездили отдыхать, немножко уже ознакомились. То есть город вам был знаком? Ну, мы не в Краснодаре самом были, конечно, в Сочи, там, но рядом все там посмотрели, как там живут люди. Ну и второй – это опыт получения, как бы такую возможность удаленно все это сделать. Мы это вот выбрали, так, Краснодар. Ну, в самом Краснодаре мы не были. Мы были в Сочи и в Анапе. В целом понравилось климат, да, там возможность. Но цены квартиры в Москве очень дорогие, вход для нас там на данный момент вообще недоступный. В Сочи тоже дорогой вход на квартиры. И вот Краснодарский край был такой самый оптимальный. Там стоимость квартир в целом от 2 миллионов и возможности в то время, да. Были. Это когда вы купили, получается? В феврале. В феврале этого года. Этого года. Да. И сколько квадратов за какую цену вы приобрели, если не секрет? Нет, не секрет. 35 квадратов. Ага. 200 где-то так. Да, мы купили однокомнатную квартиру, не студию, а однокомнатную квартиру. И на тот момент она стоила 2 200 000, что мы взяли ипотечный кредит, и нам было доступно, вполне комфортно при оплате этого кредита. А другие квартиры были очень дорогие, что в Москве, что в Сочи, там вход от 5-8. Это как минимум. А в Краснодарском крае были очень доступные цены. А можно вот и про ипотечный кредит? Какие там были условия? Вот первоначальный взнос нам предыдущие гости сказали, что он обязателен сейчас при оформлении ипотеки. Какие у вас условия были?
Ну, это условия банка, в принципе, да. Да, у них первоначально приветствуется, и чем больше, тем лучше. При определенных процентах уже, как бы, получается, попадаешь в определенные программы. Мы попали по программу по 6,01%. Это сколько процентов вы первоначального взноса сделали, получается? Это где-то 20%. 20%. Оплатили, да? Да. Заплатили, и даже 30%. И все, в принципе, удаленно все сделали. Ну, страховку, да, вот самая дорогая страховка получается у банка. Все делается через Домклик, мы сделали это в Сбербанке. В принципе, все нормально, быстро. Только сделали. Один раз были в самом банке, и все это удаленно. Выбор квартиры удаленно. По видео, по фото, по общению с риэлторами. И потом нас передали ипотечному менеджеру, тоже все удаленно. Все предоставили документы. Только один раз были в банке, чтобы с нас обличили, да, что это точно мы. Подписали договор. Да, подписали договор. Час-полтора провели все. И все удаленно сделали. Ничего себе, это вот требование нашей современной жизни, что даже квартиру удаленно можно приобретать. Да, вот как рассказала тоже наша предыдущая гостья, по скайпу с Анапы, она помогает там приобретать жилье. Как раз вы, по-моему, через их приобретали, да? Ага, а вот вообще инвестирование в недвижимость, вот вы сказали, что это инвестирование, что это ваш вклад в ваше будущее. А как вы относитесь к этому вообще? Во что еще можно инвестировать? Ну, это тебе вопрос. Да, широкий такой вопрос, инвестиции. Мы вот недвижимость решили в этом году. Вот в таком плане инвестировать только в этом году. Раньше мы в недвижимость инвестировали, то как рассматривали, как аренду, да, вот, чтобы аренду получать, получается. И только в этом году решили уже, как бы, брать на этапе котлована, и когда построить, сдаться, уже продавать. И надо там смотреть, естественно, анализировать рост цен самого, да, его как, ну, после постройки, да, и плюс сам рост цены вообще, недвижимость, ну, как бы, по региону, и сколько, ну, мы потратим, затратим денег на, вот, на год ипотечный, ну, кредит. И вот оценка, оцениваешь эффективность своих вложенных денег. И насколько это эффективно, к какому выводу вы пришли? Ну, в данном случае у нас пока нормально очень даже, 150% это нормально даже, ну, в среднем так. Там нюанс есть, мы еще с сыном еще не определились просто. Дело в том, что у нас вот только вот 25 сентября уже объект сдался. То есть вы приобретали в январе, в сентябре уже ключи. Грубо говоря, полгода уже, и рост цены там очень хорошо произошел, в принципе, как бы очень даже хорошо, но... Там сейчас надо либо в ключи забирать пойти и самим продавать сразу, либо надо подождать. Предлагают подождать, что рост еще будет цены. Вот мы думаем, продавать сейчас или, как говорится, подождать. К чему больше склоняетесь? Я за продажу, чтобы еще сейчас... Ну, тенденция остается, цены на квартиры увеличиваются, да, теперь хочется... квартиру у моря, а потом уже ну, для сдачи, наверное, в будущее как-то. Ну, этот конкретно этот проект был для продажи, перепродажи, чтобы был капитал новый для другого, да? Получается, 150% у вас повышение цены. Ориентировочно, да. Здорово, хороший такой вклад получается. Вообще, вот если говорить о семейном бюджете, как вы планируете, вот какое у вас распределение ролей у вас? Расскажите, пожалуйста, поделитесь своим опытом с нашими телезрителями. Но нас в основном бюджет распределяет, планирует, контролирует Кирилл, да, большие такие... проекты, это вот на нем, ипотека, там, что у нас покупка еще? Квартиры, недвижимости, да? Оплаты ЖКУ, там, продукт, а такие мелкие, внешняя политика на мне, да, внутренняя на нем. И в начале года мы поставим план себе на год, каких хотим у финансовых результатов, да, сколько заработать, все считаем, и потом уже... планируем, распределяем, что для этого нужно сделать. Да. Расходы тоже, Расходы тоже считаем. Каждый день он считает расходы. Нет, на годовой, куда поехать, расходы, столько, сколько надо заработать. Только вот, считая каждый день, мы уже знаем,
цифры, сколько мы тратим в день, сколько мы тратим в год, сколько мы можем отложить, да. Вот до ипотеки мы немножко отдохнули для себя, каникулы, да, и потом сейчас решили, что надо подсобраться, потому что на будущее надежды как таковой нет. Поэтому сейчас уже надо предпринять шаги, чтобы быть более уверенным лет через 10. Еще мы рассматриваем нас этот инвестиционный индивидуальный счет, это акции, да. Акции, облигации. Мы уже в это ввязались. Да, мы уже в это ввязались. Всем тоже рекомендуем хотя бы открыть, чтобы потом через 3 года получить... ну, можно да, государство взять деньги. Государство ДФЛ вернуть, да, поэтому эта тема тоже изучается. Акции немножко покупаются. Ну, и каждый месяц тоже наши зарплаты мы откладываем туда. А в чем преимущество вот, вкладов в акции, в облигации, чем вот просто вклад там, в банке, например, открыть? Проценты больше. Процентов. А насколько больше в среднем? Ну вот стандартно вот банки сейчас на данный момент примерно 6-7% получается, да? Годовых. Годовых. Ага. При учете, что инфляция уже там 8%. Но вот стандартно на акциях, в принципе зарабатывают 15 и выше, то есть, грубо говоря. Это без учета инфляции или с учетом? Ну, с учетом. Ну, как бы 15% и можно отнять 8, эти те же, ну, останется 7. То есть, 7, да, не минус 2, как в случае с банками, да, получается? Ну, это как бы среднее такое. И это вот долгосрочный тоже проект, скажем так, чтобы не сейчас мы это... получаем 15%, он откладывается, покупается, продается, и чтобы на десятилетие да, планировать. Ну, мы пытаемся сейчас собрать, портфель создали, в принципе, мы примерно знаем, и, ну, конечно, сейчас, по идее, как предполагается, что 60-70% должны быть облигации, в данном случае сейчас облигации, как бы, они идут по ставке рефинансирования, грубо говоря, ну, меньше, да, поэтому мы пока ее оставили, покупаем в основном акции, которые потому сейчас там дешевле. Там процентов больше, да? Ну и процентов выше, ну, конечно, они немножко рискованнее, да. Но их, сейчас они пока дешевые еще, потом они еще поднимутся, скорее всего. Ага. Облигации как-то подровнять, мы уже начнем облигации покупать. Ну, они дороже, но там стабильнее, да, получается, облигации. В чем разница? Вот облигации федерального займа, они, да. Они надежные, и процент больше, чем у этих банков. Просто вот, даже вместо вклада даже можно жить там. Если так очень боишься, то можно там положить, и все. А что касаемо вот семейного бюджета, если еще раз повторить, да, вот, что бы вы порекомендовали обязательно? Вот получается, вы каждый день читаете, да, вот, или у вас есть определенный лимит? Сегодня я не больше того. А, нет. Это контроль, во-первых, в первую очередь, да. Контроль расходов, контроль доходов. Во вторую очередь, это, я бы сказала, дисциплина, да, чтобы уметь где же откладывать, например, деньги там, на ЕС или на ипотеку, или там, на другие нужды, крупные покупки, да, это тоже надо планировать надо, да, очень... точно, скажем так, что хотите, какие цифры нужны для этого. Поэтому раз в год мы основательно садимся, все планируем на год, включаем контроль, дисциплину, потому что очень сложно откладывать деньги на самом деле. Я вот прям в день аванса зарплаты глаза закрываю и просто перечисляю там, вот, на счета, да, потому что есть соблазн сходить куда-то, купить что-то, эмоциональные покупки, да, поэтому очень надо в этом плане себя, ну, на первое время контролировать. Ну, а потом, да, пережить вот какой-то определенный момент, чтобы у вас был некий такой первоначальный накопление, чтобы можно было уже на эти деньги там рисковать, разные пробовать способы приумножения. И читать книги, конечно, да, обязательно. Учиться всегда финансовой грамотности, инвестициям. Сейчас, тем более, это модно, очень много курсов. Мы начинали с книги Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Да? И очень популярна еще книга про пёса Мань, пёс по имени Мань. Очень доступна. Вот эти две книги прочитать как минимум, чтобы заложился какой-нибудь фундамент, скажем так, для
по финансам. Ну, остальное потом придет со временем. Но мы это делаем долго. Надо, конечно, делать это быстрее, как молодежь это делает. У нас по старинке это немножко дольше. Но учимся, конечно, учимся. Возможностей очень много, на самом деле. Не надо только бояться. Надо, потому что вот мы квартиру купили, вообще просто... Мы не были в самом Краснодаре, да. Мы просто поверили агентству недвижимости, да, знаем их. И все сделали благодаря им, и все удаленно. Мы сами никуда не ездили. Через WhatsApp, через... Там, это получается да, чисто Skype. Человеческий контакт, да, у вас да, с риэлторами. И теперь вот надо нам продать. Тоже хотим в целом удаленно это сделать, да, тем более есть такие возможности. И уже выйти на другие там уровни. Очень много возможностей. Коммерческая недвижимость, просто да, для сдачи, для перепродажи. А инвестирование в недвижимость в Якутии вы рассматриваете? Тут вход тоже очень большой. Ага. Да. То есть это намного дороже получается, да? Вот приобретая квартиру в январе, вы за сколько это планировали? Это получается в предыдущем январе вы запланировали или вы тут же? Момент. Ну, это спонтанно. Не то, что спонтанно, но уже как бы... Задатки были. Куда-то вложить, что-то делать надо, двигаться надо. Чтобы вот накопленную сумму надо куда-то вложить. У вас была такая цель, да? Инфляция же не дремлет. Да. Цены растут, инфляция не дремлет. Ну, надо было что-то... Обесценивание очень, денег очень быстро происходит, поэтому надо было что-то делать. Спасибо большое, Наталья Кирилл, за то, что поделились своим опытом. Я желаю, чтобы ваш инвестиционный портфель только увеличивался, расширялся, приносил вам большие доходы, чтобы это было на века, и чтобы для процветания вас и вашей семьи, конечно же, да? Спасибо. Всего вам доброго, спасибо за участие в нашем эфире. Дорогие телезрители, а завтра в это же время смотрите образовательный выпуск передачи ЭГЭ с моей коллегой Евгенией Арьяновой. Будут говорить о выпускниках ведущих вузов страны и мира, которые сегодня живут и работают во благо нашей родной Якутии. Об их учебе, трудоустройстве и адаптации не пропустите завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. На этом наша передача подходит к концу. Сегодня мы говорили о недвижимости, покупка, приобретение, также ремонт. Надеюсь, вам было полезно. Всего доброго. Увидимся ровно в следующий понедельник в это же время в этой студии. Всего доброго.